Всем привет! С вами Ирина Маркелова. Каждый день мне приходит финансовая помощь от людей со всего мира. Я участвую в проекте Whole World уже 8 лет и оплачиваю не только питание, путешествия, одежду, но еще оплачиваю коммунальные услуги. Буквально вот вчера я вывела 4000 из своего кошелька Payeer и оплатила коммунальные услуги. Вывела я вот $70 через мониторинг обменников. Вот мои переводы. Переводы мне приходят каждый день. Вот смотрите, по одному, два, три доллара, пять, десять, $15. И давайте посмотрим мой Сбербанк онлайн. Пришло мне 4880 рублей через мониторинг обменников. И я стала оплачивать коммунальные услуги за свои несколько квартир. Вот водичка, коммунальные услуги, ремонт домов, опять водичка за другую квартиру, опять водоканал, газ, свет, газ и так далее. То есть можно оплачивать коммунальные услуги с тех денег, которые приходят со всего мира. Какая красота! Свою реферальную ссылочку я оставляю под видео. Обязательно зайдите на главную сайта. Ознакомьтесь со всеми вот этими роликами, ознакомьтесь с маркетинговыми программами «Эстафета» и «Марафон». Ну, об этом я буду еще рассказывать в дальнейших видео. Всем пока-пока!